Привет, интернет, привет, зрители, подписчики, с вами снова дядя Сереж, канал Айда Мастера. Я хочу закрыть в этом видео вопрос про прямой тройник за унитазом. Самое популярное видео на моем канале — это короткое видео шортс, где я снимал в общественном туалете музея РЖД в Санкт-Петербурге, как неправильно подключен унитаз к прямому тройнику без наклона. Вот, сейчас я зациклю это видео, моего коллеги, блогеры, который решил, не знаю, может на этом хайпануться, может просто привлечь к себе внимание, не знаю, в общем, он сделал рецензию на мое видео, то есть отзыв на мое видео, сомневаясь в моей компетентности. Но сами поймите, что в коротком видео нельзя все рассказать, все кардинально, потому что там до 60 секунд можно выложить видео, да, то есть, вот. Многим это видео не понравилось, многие диванные эксперты усомнились в моей компетентности, сказали, что у них там в их хрущевках, в их старом фонде 40 лет стоит, 50 лет стоит прямой тройник за унитазом, и все хорошо. Давайте вот немножко разберемся, я хочу закрыть эту тему, да? Да, кстати, хочу вам сказать, что в моей группе ВКонтакте сейчас разыгрываются две рулетки Гросс 5 метров на 25 миллиметров. Вот, поэтому переходите в группу ВКонтакте, принимайте участие, и удачи вам выиграть приз. И, ну, наверное, будет, может быть, каждый месяц будет, не знаю, может быть, там через месяц будут тоже будут различные призы для мастеров ремонта и строительства. Как-то так. То есть там будут видео, там разные статьи, там люди делятся своими фото, видео, материалами своего труда, то есть задают вопросы, то есть получают ответы и прочее. То есть группа для мастеров ремонта и строительства. То есть, возможно, там и клиенты будут находить специалистов себе, потому что, возможно, скоро YouTube закроется. Не скоро, когда-нибудь закроется, потому что он становится все менее и менее актуальным. Как-то так. Итак, давайте про тройник все-таки. В том видео там тройник стоит с манжетой. Вот, да, зацикленное видео, вы видите. Стоит с манжетой. У меня нет такой манжеты, у меня есть только с эксцентриком манжета, да. Вот, и напрямую тройник, выход, выпуск унитаза вставлен, прямой тройник через манжету. Я говорю, что это неправильно, тем более в этом видео видно, что там почти нет наклона, да, то есть, если был бы вот такой наклон, там 30 градусов хотя бы, то этого видео бы не было, но там почти нет наклона, труба канализационная вместе с тройником поднята до выпуска унитаза, то есть, от пола на 10 метров выше, чем обычно положено, да, вот, опять же, без наклона к унитазу. Вот, и, соответственно, здесь манжета, тем более с эксцентриком еще меньше, видите, сужение идет. И здесь тоже идет сужение, то есть не 110-я труба и минус толщина стенки тройника, а еще меньше, видите, потому что выпуск 90-й унитаза плюс толщина стенки, еще не забывайте, да, фарфорового выпуска унитаза, еще уже, да, и получается, что в этом коротком промежутке будет такой залп. Понимаете, вот как бронзбой, да, то есть шланг большой, а сам как ствол, да, называется, поправьте меня, я не помню как точно. То есть из-за этого струя дальше лечит. Вот, и из-за этого я говорю, что когда сливается бумага и прочее, там тем более салфетки нельзя, да, вот, сливать. И удар идет сюда, в эту стенку заднюю, да, и, соответственно, удар и в разные стороны разлетаются. Многие говорят в комментариях, что ничего страшного, там дальше у всех раковина стоит, ванна, и все промывается. Ребят, в большинстве случаев, да, 99%, но бывает тот один злосчастный процент, где это дело забивается. И вот у меня в этом доме, где я обслуживаю, две таких квартиры, понимаете? Если бы у меня не было того опыта снимания унитаза, да, одного унитаза, и прочистки, потому что вот так задрана канализация в коробе, ну так сделали мастера, то есть... Опять же говорю, там, где все хорошо, все по нормам проложена канализация, меня не приглашают. Соответственно, там все работает годами, десятилетиями, да. Вот, и тогда, ну, все нормально, да, то есть, но меня приглашают там, где засоры, там, где неправильно изначально смонтировано. Это краеугольный камень, то есть, это причина того, почему засирается канализация. И не только канализация, но вообще все сантехники. Что неправильно работает, или там течет, или рвется, затапливают соседи. Вот, потому что изначально неправильно материалы подобраны, то есть, или неправильно они смонтированы. Вот, поэтому в одном случае я снимал унитаз с прямым выпуском, да, где вот так вот выход тоже без наклона, но может такой там минимальный, там соблюдет, там может быть до 5 градусов даже. И просто палкой прогонял то, что там скопилось, только бумага и все это фарш, который там скопился, прогонял в сторону стояка. Вот, и просто забивается. Просто забивается, ребят, вот, и отсюда до сюда все забито, как бы, и уже в ванну, и раковина уже плохо сливается. Унитаз совсем не сливается. Другой случай, когда инсталляция, представляете, что тройник должен быть на инсталляции прямой, вот так выглядит, да, а он в горизонте.
Ну поняли, да, меня? Ну это просто дичь как бы. То есть из-за этого после инсталляции идет раковина, но раковина по барабану, стиральная машина только по барабану, а из-за этого ванна поднята, понимаете, на 15 сантиметров ванна поднята. Плюс еще она на ножках по максимуму поднята, потому что мастера, монтажники, да, они задрали канализацию, потому что им по высоте было не поставить инсталляцию нормально по высотам, потому что все зависит от канализации. Сами понимаете, сколько раз с этим вы сталкивались. Но есть выход же косой, тройник, да, самый 110-й. Можно перейти на 90-й, в магазине есть в доступе, надо только порыскать, поискать, знать, да, то есть, ну, универсалы рукожопы, кто может все делать, и в том числе клеить обои, они этом не разбираются. Они только приходят в какой-нибудь бытовой магазин и выбирают из того, что есть. И уже подключают, как они могут, да, то есть как у них соображалки хватает. Из-за этого, конечно, случаются проблемы. И вот говорю, что в одном случае мне приходится унитаз снимать с крепежа, отсоединять от короба и палкой прогонять. Ну, не знаю почему, но вот год назад я это делал. Уже год стоит, не знаю. До этого было раз в полгода. Может быть, ну, там эти обе квартиры, они арендные. Они снимают их, да? То есть, может быть, как-то что-то другое начали сливать. То есть, в одном случае сливали прокладки, салфетки, да? Ну, людям удобно влажной салфеткой потереть, там, может, ребенку, не знаю. Вот. И в канализацию. Хоть я говорил, нельзя, вот. В одном случае салфетки были, в другом случае бумага, но какая-то очень плотная, там несколько слоев. Ну, в общем, вы говорите, она растворяется. Она растворяется, когда вот ее вот так вот взболтаешь. Но при выходе из унитаза, вот до сюда, она просто не успеет раствориться. И она подбивается в разные стороны, вместе с фекалиями и прочим, что смыли, да. Вот. И получается, что напора с ванны и с раковины, тем более, в смысле с мойки, где там жиры и прочее, что тоже все это дело облепляет, да, оно как бы не способствует тому, чтобы промывало. Поэтому я говорю за то, что прямые тройники можно ставить, услышите меня, ставить можно, но только под наклоном к унитазу, хотя бы 30 градусов, да, это раз. А лучше, чтобы еще был какой-нибудь патрубок, чтобы вот это расстояние от тройника, да, от трубы, на которую тройник поставлен, до выпуска унитаза было чуть-чуть побольше, чтобы вот этот вот залп, он компенсировался, да, то есть и все спокойно ушло, поняли, да? Вот что я хотел вам сказать. Вот опять же, на примере. Сами видели много раз. Может быть, переделывали за кем-то. Может быть, за собой переделывали. Прямой тройник на ванне. Там нет ни туалетной бумаги, ни салфеток. Там только волосы, мыло, да, в основном. И что? И вот такие тройники забиваются, когда они в горизонте стоят. То есть ванна, прямой тройник, там гофра, либо даже напрямую. В смысле, нормально под руками собрано. Без гофра, да, но все равно забивается. Но потому что надо косой тройник, чтобы все это уходило в сторону стояка. Да, ну, вот так вот. А когда с гофрой и когда еще вот так вот, да, под ванной, то есть все забивается. Но почему-то тут вопросов нет, когда я снимаю, а вот прямой тройник с унитазом есть. Потому что, говорю, многие диванные эксперты, они даже не посмотрели до конца видео, и что там нет наклона, вот так вот, нет наклона от унитаза. А что вот так прямо, понимаете, что... Канализация задрана на уровень выпуска унитаза. И вот как-то так. Так, по поводу того, что там 16 лет опыта. У меня сейчас в августе в этом году, да, на момент съемки, будет 21 год, как я в сантехнике. Ребят, примерно до 17 года я был только в монтажке. То есть я был, работал на больших предприятиях, строил бизнес-центры, реконструкции различных школ, больниц. Ну, в общем, поняли, да? То есть только в монтажке. Потом я перешел более в частный сектор. Квартиры, дорогие таунхаусы, загородные дома. То есть, ну, уже у зажиточных людей. То есть я так участвовал в монтажке. То есть делал, конечно, все по нормам и правилам, но у меня не было опыта в обслуживании. Услышите меня, да? То есть и потом только где-то с 2017 года, как я начал обслуживать жилые комплексы, вот только тогда у меня появился тот опыт, то есть я стал полноценным сантехником, то есть я работал и со сварщиком какое-то время, но не очень большой, то есть я, да, то есть понимаю, как работать со сварщиком, надо точно все резать, все размечать, делать для сварщика, подготавливать работу, то есть вот, да, то есть я и легкотрубный, то есть я разных работах был, может быть, не во всех стезях сантехника, то есть, но в большинстве, да, то есть, и вот где-то я уже 7-й год пошел, как я, или 6-й, или 6 лет, да, вот еще, я уже и в обслуживании, и получается, что я прихожу на квартиры, где неправильно изначально сделана сантехника, и из-за этого, как бы, мне приходится перебирать, снимать видео и говорить о том, что сделано изначально неправильно. Если, опять же, говорю, что все было бы хорошо, то
меня бы не пригласили бы, я бы не снял видео, как бы, да, то есть, как бы, и у меня не было такого мнения, но, ребят, случается, что вот так вот подключать напрямую, без наклона к унитазу, тройник прямой, и он в 90% случаев будет, наверное, все нормально. Опять же, как эксплуатируют собственники, да, то есть, ну, в одном или там более процентов, если нет наклона, то будет забиваться, не знаю, там что слили. Один раз может слить что-то не то, и оно может только вылезти через год, понимаете? Оно будет там сидеть, лежать, все это, блин, мылом, жиром, все это самое, скрепляться, набиваться. То есть вот так вот я хотел вам объяснить. И показатель, что там сколько-то лет, это не показатель. У этого блогера 16 лет, у меня 21, да, почти. Ну и что? Если бы я не был в обслуживании, я не понял, как другими мастерами переделывать, у меня бы не было такого понимания. Но вот случилось у меня два случая в одном месте. Я снял про это видео, рассказал, что так не надо делать. Вот так вот, да? То есть желательно, чтобы было вот так, и чтобы было еще между унитазом и тройником еще какое-то пространство. Ну хоть какой-то патрубок еще, чтобы компенсировать, да? То есть, ну вот, как-то так. Да, вы хотите все прижать максимально унитаз близко к стенке, ну тогда и делайте заранее правильно, подводите коммуникации, да, к приборам, тогда все будет хорошо. То есть многие унитазы с прямым выпуском, они рассчитаны, особенно европейские, рассчитаны на что? Рассчитаны так, что трубы канализационные проходят либо в полу, да, то есть вот где там, ну, там в Америке, да, там в Европе где-то, в каких-то странах, где в полу, вот финны даже так делают, когда делают жилье, да, у нас ЖК строили, сейчас не знаю, строят или нет, что у них все в полу, то есть ты унитаз ставишь с прямым выходом, вертикальным, да, то есть все поставил, и все, у тебя проблем нету, то есть у тебя точно все сольется, вот. Но если прямой выпуск унитаза горизонтальный, и клиент хочет, ну, все хотят, чтобы поближе к стенке было, то зачастую надо проводить коммуникации в стене, да, то есть, и, соответственно, ну что вам, поднимаешь ли трубу канализационную? Нет, вам надо как-то выйти из положения, и зачастую просто можно перейти на диаметр меньше, не 110, а 90, да, то есть, и сделать косой тройник. Косой тройник и сделать выход прям под четко под это самое, под унитаз. Ну, может, и 10-й лучше, потому что там можно как-то компенсировать, да, плюс-минус, потому что тяжело рассчитать, сколько будет там наслоение, там, плитки, там, выравниватели, там, и прочее-прочее. То есть, ну, 110-м можно лучше компенсировать. Но зачастую я такого не видел. У нас что так делали, что прям четко вот из стены выходила канализационная труба, да, как в Европе, в некоторых странах, и все четко подходило, то есть, вот, практически не наблюдал. Сам, может, пару раз делал, и то, как бы, редко. Поэтому инсталляция, лучший вариант. Я себе тоже инсталляцию поставил. И что лучше, унитаз или инсталляция, мне кажется, таки, где он будет установлен. Если на даче, лучше унитаз, потому что, если тем более она будет холодная зимой, не будет отапливаться. Если вы постоянно пользуетесь и живете за городом, то инсталляция просто вот. Сколько я... Клапана различные, впускные, сливные, болты, которые ржавеют, я меняю, да, то есть, а в инсталляции практически никогда, то есть, у людей, может, изначально, опять же, монтажники неправильно собрали внутренность инсталляции, внутренности бачка, вот, и фурнитуру, вот, и только тогда что-то там в них влезает как-то, вот, а так они пользуются. В общем, вот такое, ребят, видео, надеюсь, я закрыл этот вопрос, я все рассказал, свою позицию, с чем сталкивался, то есть, опять же, говорю, что многие нарушают нормы и правила, то есть, но вылезают косяки, да, что невозможно пользоваться, да, не у всех, то есть это какой-то минимальный процент, поэтому надо сделать изначально все хорошо, тогда и не будет вообще никаких проблем, правильно. Мы же не хотим как бы в русскую рулетку, да, играть, то есть повезет, не повезет, то есть, ну, и так сойдет. Ну, вот как-то такое видео. Надеюсь, оно вам зайдет, зашло, понравилось, жмите лайки, подписывайтесь. И до новых встреч, берегите себя, делайте все сразу правильно, чтобы потом вам не было вопросов, и вас передавали по сарафанному радио, рекомендовали вас. Все, до новых встреч, ребят, пока.